сегодня мы сделаем с вами смузи. Я считаю смузи очень утренней едой, и самый вкусный, и самый любимый мой смузи, самый пробуждающий смузи из апельсинов. Вообще цитрусовый, солнечный и радостный и цвет, и запах с утра – это прекрасно. И быстро, самое главное. Иногда, конечно, приходится долго мучиться со шкуркой. Вот сейчас я сделала неправильно. Со шкуркой лучше работать не так. Вот второй апельсин мы сделаем по-другому. Так как это утро, все должно быть быстро, легко. Бабушка, Даша, ну сейчас же не утро, сейчас вечер. Сейчас вечер, потому что мы сегодня снимаем. А вообще смузи – это утренняя история. Поэтому мы с тобой делаем смузи так, чтобы все знали, как его делать. В интернете очень много рецептов смузи, просто какое-то бесконечное количество, но все они страшно сложные. Так, давай, знаешь, как я тебе буду давать? Так вот растерю, а ты будешь делить на дольки, и сейчас тебе буду давать, ты будешь класть их вот сюда. Смотри. А вот еще на пару долек, так вот раздели, сейчас это я уберу. Вот так вот? Так вот, смотри. Да, вот и отлично, и бросай туда. Раз, туда. Вот, мы сейчас сделаем такой прекрасный смузи. Идеальный вариант, чтобы в смузи было минимальное количество ингредиентов. Один фрукт, второй апельсин будем делать. Один вид зелени. Один, не пять, не десять. А всего один, да. Немножко неудобно высоко. Ну ладно. Какой-нибудь один вид сладости. Все-таки апельсин, даже если он очень сладкий, утром не хватает сладости. Утром хочется, чтобы было послаще, поуглеводнее. В этом ничего нет плохого. Сейчас я тебе почищу, и ты будешь дальше делать. Будешь мне помогать. Вот тогда ты расчистишься и даваешь мне, я расчищу. А ты дальше, да. Вот именно так. Вот, это апельсин. Если мы хотим... Держи. Вперед. Если мы хотим наесться смузи, то, наверное, нам нужно прям два хороших больших апельсина. Хотя бы три финика. Финики я использую... Маджонг, но можно использовать любые другие. Я просто их очень люблю, они вкусные. У меня вот так тоже. Отлично, прекрасно. А опять же, кто как любит. Я люблю, чтобы это было достаточно сладко. Вот так вот, да? Апельсин у нас. Дай-ка попробуем, у нас апельсин сладкий. Ну, достаточно сладкий. Поэтому на апельсин обычно уходит два, ну, в зависимости от размера фиников. Вот эти маджонг-финики, они очень большие. Бывает намного больше, поэтому... Тут точно два. А так, в принципе, на два апельсина может выйти 3-4. Ух ты, большие получились апельсины у нас какие. С ума сойти. Зелень. Это наш белок. На самом деле, вот этот вот зелень здесь примерно, наверное... Все, нет, нам больше не надо. Здесь примерно 25 грамм зелени. Мы делаем вот так. Главное, чтобы это поместилось в эту кучу. Да. Это наш белок, очень быстро добываемый, легкий и легко усваиваемый. А это наша радость, корица. И корицы, специи, да, мы кладем много, не жалея, вот прям так. Очень вкусно. И все, больше мы ничего туда не кладем. Пахнет-то вкусно. Я, конечно, люблю еще добавить перчик, но сегодня у нас вот... Есть еще один пассажир, который хочет наш смузи, поэтому перчик мы сейчас добавлять не будем. А почему? Лишь острый получится? Да. Для этого количества апельсинов слишком маленькая емкость, поэтому немножко будет проблематично. А смузи бывает разные. Смузи бывает очень пюреобразный, такой очень гладкая консистенция. Бывает... Такой, какой получается на стандартном, обыкновенном блендере. А,
это самое страшное, что есть в этом смузи. Мы сделаем красоту сейчас, смотри. Всегда еда должна быть красивая, да? У нас получился такой вот прекрасный смузи. Теперь можно... Зелененький. Это два. Так, а стакан ты мне дашь? Стакан, держи, пожалуйста. Вот такой прекрасный дзен-стакан. Такой вот раз. О! Ну что, понюхаешь? Ты такой пел, я помню, как ты пела такой смузи в Швейцарии, ты очень часто его пила. Точно. Мы сделаем красоту, смотри. Что-то у нас тут какие-то листики. О, это вот этот красивый. Вот прям. Давай, сделай красиво. А еще мы туда добавим пророщенные гречки. Можно добавлять, можно не добавлять. Но если кому-то хочется еще чего-нибудь пожевать, то можно еще добавить гречки. Сейчас мы делаем это для красоты. А если пожевать, то можно, конечно, положить побольше. И вот такой у нас получился дзен-стаканчик. Все.